Красочный парад возвестил о наступлении Нового года по лунному календарю в Париже. После трехлетнего перерыва, вызванного пандемией, народные гуляния прошли в 13-м округе французской столицы, где проживает обширная китайская диаспора. Хотя в этот раз фактический день наступления лунного года выпал на воскресенье 22 января, традиционно он празднуется в течение 2 недель. Со слов местных жителей, пришедший на смену тигру кролик обещает в этом году общий подъем экономики, здравоохранения и мир.